Здравствуйте. Почему технический регламент таможенного союза не исполняет? 022-2011 года. Не знаете? Серьезно? Ну, информация о товаре где у вас? Рунин. Мариера. 120 суток. Фига у них сроки. Если скрытие упаковки, нету информации, сколько можно хранить. Вот ты купишь его, ты будешь знать, сколько его можно хранить? Не будешь. Я не буду. А вдруг он протухнет раньше времени? Вот здесь написано 14 суток. Это вообще нереальные сроки. Где они такие сроки берут? Я вообще не понимаю. Даты нету. Даты, да, нету. Нету даты. А тут? Нету даты изготовления упаковки. Вот есть. И написано, вот, продукт был подвергнут замораживанию. Он заморожен был. Ну. Вот моевочка. Кто производитель? Какой срок годности? Когда изготовлено? Написано только, когда оно взвешено, и все. Плотва. Такая же печенька. Карась. Ну нет, никакой информации же. Ужас. Вот, молочко просрочено. Просрочечка. Я поплю. Внимание, как они любят детей. Растишка. Это же для детишек наших. До 24-го. Я там же. Ну вот здесь вот. Это не как. Все надо. Да? Наверное. Все? А? Все? Помочь хотите чем-то? Ну, чем хочу помочь. Зря. Я люблю, когда мне помогают. Вот, 23-м числом тоже датировано. Это все просрочечка. Это я у вас упер, да, тележечка, не? Здрасте. Здрасте. Нет? Ну, хорошо. А, у меня просто директор переживает. Вы что, просрочки, что ли? Вы телегу берете, а на не, я просто в руках носить продукты не люблю. Не, вот, мне тут только просрочки. А вы здесь работаете? Я курирую. Да? А, ну, отношения вы видите, да? Да. А за качество? И за качество. О, пойдем? Вот, смотрите. Продукт плавленый. Ну, сыр колбасный, одним словом, да? Сколько он после нарезки может храниться? Скажите. Ну, а сегодня у нас какое число? 24-е. 12 ночи, почти в час ночи этот продукт был уже... Ну, он, это не грубое. Вообще это все хранится 5 суток, вы знаете, да? 12 часов. Это просрочка. Нет, это да. Не просрочка. Ну, мы должны это, конечно, убрать. В смысле, да? Ну, смотрите, если вы считаете, это не просрочка, давайте тогда я куплю и в Роспотребнадзор. Или уберете. Уберем, конечно. Уберите, пожалуйста. Давайте от списания. Смотрите дальше. А где вы, может быть, гарантия, что обратно сейчас не получится? Технический регламент таможенного союза вам знаком? Я спорить не буду, хорошо. Хотите, я сделаю акт. Смотрите. Не, мы не хотим, чтобы вы сделали. Мы хотим, чтобы вы утилизировали. Смотрите. Вот как вы можете это продавать? Простите, как вас звать? Меня Альфия. Это согласно техническому регламенту, вот здесь вот, должна быть информация о производителе, дата изготовления, срок годности. Вот сколько... Вы абсолютно правы. Что с этим будем делать? Утилизировать. Ура! Ну вот, карасики. Рыба-карась игра началась. Тесто это у вас было самое. Дефростировано. Здесь так написано, что дата. Оно было подвержено заморозке, дата, а даты времени дефростации а, нет. А, ну здесь лежало, да? Да, да. Машу, кто выкладывал тесто? Так, ну вот, тесто. В принципе, рыбка та же система, да? Да что, вы кладите пока, потом уберете. Ну давайте мы сюда положим. Давайте, вот. Ну что, вот как это нужно понять, когда оно было произведено? Да, это заводская маркировка, да, да, да. Смотрите, сыр, уникальный продукт у вас. Срок хранения после вскрытия упаковки обозначен 14 суток. Таких сыров не существует. 12 часов. А это уже обман потребителя, 14.7. Дайте, дайте. Это я себе уже покупаю. Это вот все косяки там. Подожди, еще момент. Вы сейчас будете? Так бы можно пленочку теперь перепаковать, вот пленочку сделать. Это будет неправильно. Документироваться будет?
хотите чек, мы вам можем чек предоставить. Я куплю этот товар и заберу. Ну, вот грубо как. Я грубо говорю. Так тоже можно было? Вы меня снимаете прям лицо, вы понимаете? Нет, я снимаю могу... все, что вот происходит. Вы меня не можете, имеете конечно. Права снимать. Да, конечно. Понимаю. Вы вот, да. вот так можете меня снимать. Да. Зачем мне лицо сейчас? А я не так снимаю. А как вы снимаете? Ну, снимаю, вот до шеи вас. До шеи снимаю. Здрасте. А как вы это видите? Вот. Ну вот а как камера. Вы видите? А как вы видите? Я потому что знаю камеру, вот у меня да такой же телефон. Да вы на это не обращайте внимания. Если я вот так ее поставлю, ваш же... Вы суд подадите потом, да и все. Да, конечно, суд. Зачем? Ну вот зачем это показуха? Мы все люди. Все мы люди, человек. Вот именно, тем более я знаю, что вы не имеете права мне снимать лицо мое, правильно же? Ну, обратитесь. Вы тоже обратитесь? Нет, вот если... Мы обязательно обратимся в Роспотребнадзор, если нарушения не будут устранены. Если вы устраните, я никаких мер пока не предприму. Я услышала. Вы хотите чек или вы хотите акт списания? Маша, иди спиши товар. Вот мне снимать. Ты в стороне? Я вот снимаю обстановку, ситуацию. Вы скажите девушке, пусть вот сразу вот отсюда все уберет. Там есть вот еще. Смотрите, вот еще есть такие вот, да, товары. Так как сегодня первый раз у вас, я скидочку вам делаю. Спасибо. Ну и относительно чистенькие полы у вас, да, я не спорю. Стараюсь. Что это? Списание, то, что вы убрали. Изумительно, спасибо. А почему вы должны списать? Ну, потому что уже просрочено. Ого. 2 недели прошлого года еще. Ужас. Перехвалил, да? Забери. Перехвалил вас? Да, а там срок годности какой? Год, не больше года. Там год срок, да? Это высокий год, 12 месяцев. И главное, они спереди стоят два, а сзади уже 19. Вот их специально поставили. Чтобы быстрее спереди. Продать, да? Кассир подошла, я говорю, перехвалил, а я вот похвалил их даже. Так ты. Лена Викторовна! Покажите. Ага. Акт списания. Да. А Маша смотрела соки? Сок просроченный. И главное стоит впереди. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Что, тогда контрольную закупку не буду делать уже? Или все-таки сделать? Не надо? Уверена? Да. Мы сами возьмем. Смотрите. Вот это вот просрочено. Посмотрели. А вот это вот, вот за это вот прощение никогда не бывает. Почему? Потому что это... Нет. Это детское питание. Это товар для детей. Нет. Он не на уценке. А, да, был на уценке. Да. Смотрите. До 24-го. Не по, я а до. Ты должна проверять. Ну, я не могу. Вам совет? Можно вам небольшой совет? Ответственное лицо. Одеваете ему на голову мешок, непрозрачный желательно, вывозите в лес, садите задом на муравейник и оставляете на ночь. Этот рецепт работает в 100%. Обязательно, я учту это. За качество отвечаю. Возьмите, пожалуйста, утилизируйте. Обязательно, конечно. Больше так не поступайте. Договорились? Да, будем обязательно. Да, приходите к нам. Придем. Всего вам доброго. До свидания. Ну, немножко таким позитивчиком обошлись, да? В принципе, вот я тебе скажу, на самом деле, в сравнении с остальными магазинами Мария Ра, ну это довольно-таки с наименьшим количеством нарушений.